Как вы думаете, кому первому мы соберем лайки и комментарии? А спонсором данного... Привет, друзья, с вами Влад Кабуса. Сегодня предпоследняя командная неделя, и мой подписчик Колян Немчин прислал мне аккаунт, там где находится 1200 жетончиков командной недели. И также есть еще один игрок элитный, который уже доступен в этой командной неделе. Давайте начнем сегодня по порядку. Результаты на аккаунт будут сегодня в выпуске. Аккаунт дам другой, потому что тот аккаунт, который я хотел купить... Там оказался другой человек на том аккаунте. Короче, шлюха ак. Я не знаю, что делать. Как можно покупать аккаунты, когда постоянно продают какие-то аккаунты проституток? Парни, если что, сорян, типа, я стараюсь максимально нормальные аккаунты покупать, чтобы не было таких случаев. Но если мой подписчик написал то, что Влад, ты разыгрываешь мой аккаунт, типа, и когда ты его собрался уже покупать, когда ты вносишь денежку, типа, это, конечно, не прикольно. Но что поделать? Но подписчика своего я передавать не буду, и по этой причине я вам дам новый аккаунт. Так что результаты в конце моего видеоролика. Практически все знают то, что это предпоследняя команда недели. В следующей команде недели будет у нас находиться игрок месяца и также команда недели. Но там команда недели будет такая себе. Но игрок месяца и eSports обещают то, что будет, ну, очень крутой игрок. Рейтинг я его, конечно, не знаю, там 97+, возможно, даже будет. Так что я даю каждому из вас возможность написать в комментариях, как вы считаете, кто будет следующим игроком месяца. Все зависит именно от вас. Если вы угадали, я вам подарю 500 рублей. Давайте так, у вас есть всего лишь одна возможность написать правильный ответ. Кто самый первый напишет правильный ответ, то тому дам 500 рублей. Или вообще, например, 10 человек напишут правильный ответ, дам вам по 50 рублей. Либо 5 человек получат по 100 рублей. Напишите, как правильно в комментариях сделать. А соответственно, я думаю, то, что будет карточка Криштиану Роналду с рейтингом 97. У Криштиану Роналду нету карточки игрока месяца, и это как-то, ну, нелепо звучит. Так что надеюсь, eSports справится, и все будет чики-пики. А вы пишите ваши предположения. А мы пока что вместе с вами переходим к наборам по 100 жетончиков командной недели. Сумели получить сразу двух мастеров. Интересно, сколько удачи будет присутствовать сегодня. 10 очков и... Ой, джуниор. Второй набор открываем. Надеемся, то, что фартанет. 12 очков. Ну, аварио. Походу, сейчас рейтинг 80 выпадет. Да, да, да. Прям как предполагал. Дунарума, кстати. Алаба неплохо. Пепе. Бен Йедер. Кулибали, Сансон. В общем, хочу получить Кулибали и Пепе. И 18 очков, ну чё так? Сансон. Пока что идет, ну, не так, как я хотел бы, конечно, потому что, ну, хочется оставить еще на следующую команду недели очки. Хотя мне кажется, то, что, ну, там не будут топовые игроки, там две последние лиги остались. 88 рейтинг. Пепе, либо Кулибали, давайте, вы следующими будете, 100%, 100%, гарантирую. Нет, нет. Обманул. Донарума, неплохо. Я думал, мастер выпадет сразу, но нет. 26, да ну ладно. Давид, Алаба. По ходу дела придется брать всю команду недели. 22, да ну ладно. Ужас, просто ужас. Для того, чтобы получить двух мастеров, мне пришлось получить еще 9 элитных игроков. Охренеть, блин. Я думал, останется там 600-700 жетончиков, но нет, нет. Останется всего лишь 200 жетончиков. Кто первый выпадет? 85. Кулибали, 91 рейтинг. Пепе. И 80 жетончиков. Есть, есть, есть. Давайте посмотрим на его характеристики. Конечно, практически у каждого игрока на позиции БП нереально крутые характеристики, но вот тут вот вообще сногсшибательные. Вот таким вот образом выглядит команда недели. Я надеюсь, я самый первый, кто сумел собрать эту команду недели. Следующая команда недели тоже у меня будет. Конечно, не факт то, что сумею всю собрать, но все же она у меня будет на канале. И также еще получу игрока месяца. Кто еще не знает, как участвовать на 500 рублей, вам нужно все лишь подписаться на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать в комментариях, как считаете, кто будет игроком месяца и с каким рейтингом. Если вы угадали, то тогда я вам закину либо 500 рублей, либо по 50 рублей, либо по 100 рублей. Там мы решим, как сделать это все правильно. Вот так вот, ребята. Каждому из вас спасибо большое за просмотр моего ролика, и всем вам до скорых встреч. Всем пока!